на канале «Россия-1» продолжается премьерный показ детектива «Медиум». В сюжете 7 и 8 серий, выход которых ожидается 28 октября, мы увидим, что в новом кошмарном сне Анны девушка бросается с отвесной стены старого дока. Островская решает проверить информацию из сна. Она вычисляет место, где находится док, и действительно находит на дне тела этой девушки. Но этот кошмар повторяется снова и снова. И Островская понимает, что расследование останавливать нельзя. Она уверена, что погибшую довели до самоубийства. Но кто и зачем? Тем временем Евгений получает возможность ощутить, каково жить с таким даром, как у Анны. 8 серия. В полицию с повинной приходит беременная 17-летняя девушка Смирнова. Она заявляет, что убила человека, своего любовника, бизнесмена Фалькова, владельца сети заправок. И это была самооборона. Экспертиза подтверждает признание Смирновой, но Жогова терзают сомнения, в деле много нестыковок. В этот раз Островская не может ему помочь, ее мучает бессонница, сильная головная боль и один все тот же повторяющийся сон, смысл которого у нее никак не получается разгадать. Премьера новых серий состоится 28 октября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.